Ну что, друзья, уже по недавней традиции, так скажем, первое, что мы видим, когда начинаю серию по GTA 5 RP, это вот эти вот всплывающие сообщения снизу, посередине, минус 100 баксов. Это я каждый раз, естественно, первым делом пополняю баланс на доме и на квартире, чтоб, ну, мало ли что, как говорится. Я также, друзья, напоминаю, что этот челлендж продолжается на всякий случай. Держите меня в курсе, в комментариях пишите, что там, Санек, ты там дом оплатил или нет. Друзья, ну что, возвращение, я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по GTA 5 RP, играем всегда на первом сервере под названием Downtown. И так как сегодня возвращение, я понимаю, что чисто в теории кто-то мог не увидеть видео, которое вышло на моем канале чуть раньше, то есть вот до этого вышла бимка уже сегодня, и до этого вышло то самое видео, где я все объяснил. И опять же, как я уже сказал... Друзья, живем, продолжаем жить дальше, максимально отвлекаемся от ситуации. Я записал это видео, потому что посчитал, что вы должны быть в курсе. Мы, опять же, совместно так посчитали. И, пожалуйста, не мусолим, так будет легче. Всем заранее спасибо за понимание, жизнь, как бы то ни было, продолжается. У меня есть новости. Я как бы... Сегодня, ну, я, честно говоря, особо, ну, так скажем, было не до соцсетей все это время, мое отсутствие. Я сегодня решил так, ну, возвращение, все это надо проанализировать, что там происходит у моего братанчика Максона Фреша. Захожу к нему на канал. Первое, что я вижу. Просто на все превью огромный 4GT. И там типа ха-ха-ха. Не знаете, у меня такое ощущение, что Макс, он ко мне, блядь, обращается в своих названиях. Типа вот это вот ха-ха, я выбил его, блядь. Вот это вот у него постоянно. У нас же как бы с ним постоянно соревнования. То в КРМП, блядь, то здесь. Я молчу. Все, окей, хорошо. Я могу признать свое поражение пока что. Все впереди, друзья. Мы должны отыграться. Вот. Но каким-то хером ему везет и здесь. Он выбил за 40 тысяч. А, ну бананомобиль, я так понимаю, в моде. Реально, при любой погоде, как бы уже никем его не удивишь, собственно, вот этим автомобилем. Промолчу, сколько мне их выпало. Ну ладно. Так вот, я вижу просто, что как бы Макс Фреш выбивает Ford GT за 40 тысяч доната. Тем временем я, помните, да? Как бы радуюсь тачке за 7 тысяч. Это... Что, блядь? Угу. Не, ну я... Я тут новости рассказываю. Это еще не все новости. Сейчас я сейчас разгонюсь, блядь. Тут же, блядь, стоит только, как говорится, не быть в курсе. Знаете, вот я сейчас тоже. Может, блядь, это, ну, как. Я просто. Можно просто вот как бы. Я? Ну, неплохо все так, согласен. И как бы вот. Блядь! Просто нахуй, вот я как бы, нет, ладно, Широн, ладно, тот самый, блядь, АСМР, блядь, или как он там называется, этот, Мерседес, но вот это, блядь, как? То есть она, ну, как бы, она уже есть, это как бы, ну, вот, просто я выехал, блядь, по своему Вайнвуду прокатиться и увидел, то есть я уже не то, что не первый буду, а вообще, как бы, я буду вообще ли, вообще, и каким? Ладно, у кого-то уже есть, я понял, ладно, хорошо, возвращаемся к новостям, к Максу. То, что хотел рассказать сейчас, можно отвлекусь. Это реально работает, я хуй знает как. Вот, например, ситуация. Живешь спокойно, все нормально, какие-то события происходят. Стоит тебе, ну, мне, уехать, ну, например, в Москву. Ну, всякое бывает, там, на концерты мы ездили, или вообще в целом в Москву уезжаешь, ну, допустим, на 2 дня, блядь. Я... Вот, серьезно, я не преувеличиваю, я, вот, постоянно происходит какая-то херня. То дороги, я не знаю, что-то отремонтируют, то какие-то новые вещи, какие-то здания появляются. Именно в тот момент, сука, когда ты уехал из города на 2 дня. Я реально уже, знаете, так вот думаю про себя. Вот, уедешь в Москву так на недельку, блядь, приедешь, Лахта-центр второй, блядь, уже, блядь, стоит рядом с этим первым. Ну, реально, я не знаю, как это работает. В тот момент, когда я куда-то уезжаю, происходят какие-то изменения. Я говорю, вот, ну, серьезно, я не знаю, как это работает. То же самое здесь. Макс Фреш выбил 4GT. Я, как друг, похлопаю, красава, молодец, Макларен, Урус, 4GT. Нормально живет пацанчик. Я, опять же, да, со своими тачками за 7 тысяч, которые мне выпадают периодически. Ну, так вот, это еще ладно, это полбеды, блядь. Я открываю другой видос, более старый, как раз, который вышел, по-моему, у него на той неделе. Там он... Открывает эти уровни, ну, вот эти летние, да, 2021. Все, заебись. Я просто такой думаю, комментарии почитаю. Ну, какая-то дичь, блядь. Вот пахнет дичью. Чувствую прям, блядь.
Открываю комментарии. Тайм-код. Ты это сделал в здравом уме? Я такой думаю, блядь, ну Макс Фреш вроде как бы, конечно, отличается иногда, но что он мог сделать, вот, ну что такой комментарий? Он причем залайканный пиздец. Я тыкаю на этот тайм-код и вижу, блядь, как он открывает эти... Ну вот мы сейчас их будем открывать обязательно, потому что я, ну как бы, хочу плюс 500 сделать уровни. Я прям на пляж, блядь, съеду, потому что в Питере жарко, я бы искупался, я бы прям вот так, блядь, сделал, нахуй, вот серьезно, вот, в реальной жизни. Но, к сожалению, это я боюсь, что и страховая не очень оценит, да и в целом, ну, не очень ситуация. О, я прям вот так, хорошо. Открываю тайм-код, ну, нажимаю на него. Он едет на, по-моему, этом, Мерседесе, вот это ASMR, блядь, Vision. Ну, не Vision, а который вот это, ну, тоже дохуя стоит. Падает в канаву, отвлекается на это все. И в этот момент ему падает единорог, блядь. Ну, мало ли кто-то, если не понял, о чем речь. Я пока начну, да, потихонечку тут. Это пицца, блядь, ладно, я промолчу вообще. Я молчу сегодня. Я вот больше сегодня буду молчать. Потому что горло болит, блядь, хули мне еще тут разговаривать. Во, вот это вот, блядь. Вот. Вот та вот слева что? Вот эта херня. Вот, вот, единорог. Я увидел один раз у игрока ее. И у меня такое ощущение, что, сука, ее сложнее выбить, чем этот Vision 6. Ну, реально без шуток. И он, блядь, ее скипнул. Как потом он писал в комментариях, я у него лично еще не спрашивал, конечно, он потом написал в комментариях, что да, он не увидел. И так спокойно, блядь, мне вот нравится, сука, он так, блядь, скипнет свою хату, блядь, все тачки в реальной жизни. Он такой, блядь, я случайно. Мне кажется, он так отреагирует. Для него как бы это что, блядь, единорог, нахуй. Которых реально, ну, просто не сыщешь. Я не знаю, откуда они берутся. Они просто откуда берутся, вот реально. В общем, давайте просто я сейчас ставлю этот фрагмент. Я думаю, Макс будет не против. Я просто ставлю этот момент. Он там, причем даже, ну, естественно, он не прокомментировал это, потому что он не понял, что он натворил, блядь. Он потом-то понял, блядь, но это было поздно. Просто, друзья, я сейчас не поленюсь, я его видосик стяну, сейчас скачаю, да? Вырежу эти секунды, где это происходит, и вы просто увидите. У меня, кстати, плавится компьютер, поэтому какие-то фризы, я вообще не знаю, как он живет. Плюс 45, блядь, нахуй, наверное, все, блядь, по Фаренгейту. Давайте посмотрим. Я, честно, у меня настолько... Вы бы видели мое лицо сегодня. Вы бы видели мое лицо. Я такой думаю, Макс, блядь. Я думал, мне приснилось, блядь, что он это сделал. Но он, сука, реально скипнул единорога. Которого я видел у одного игрока. Я не знаю, насколько он редко падает. Он скипнул ебаного единорога. А я хаваю пиццу, блядь. Протухшую. Уже реально сколько непонятно вообще по времени. Тем временем мы потихонечку... А, давайте посмотрим. Давайте посмотрим и продолжим. Надеюсь, Vision 6 нам тоже сейчас выпадет. И мы будем на двух тачках. Кстати, примерно... ты куда? Блядь, стой, отказаться. Ну, это так, на всякий случай, ну, кто-то мог не видеть этого, кто-то мог не поверить в услышанное. Я бы тоже, честно говоря, если бы мне сказали, не поверил бы, вот, ну, да, Макс простой человек, как бы. И потом он вылавливает Forge GT, у него все хорошо, как бы. А я чипсы хаваю с колы, блядь, че мне это, блядь, не привыкать уже, блядь, реально, я просто боюсь представить, какая была бы у меня коллекция. Я предлагаю, друзья, сегодня плюс 500. Больше, наверное, я за сегодня уже не осилю. Хочется как бы успеть сегодня серийку-то выложить. А времечко-то уже 20:21. Она и так выйдет, скорее всего, поздно. Вот, поэтому сейчас я попробую. Естественно, нас ждет довольно-таки большое количество этих самых летних. Блять, я не знаю, сука, что мне нужно сделать, чтобы, блядь, отсюда что-то выпало. Кроме... Ну ладно, хорошо, в прошлый раз я хотя бы выловил этот фиат. Ну согласитесь, да, то есть уже неплохой какой-то... Может быть сейчас вот то, что я в воде стою по колено, блядь, не по колено даже, а по пояс, может это как-то поможет, я уже не знаю. 1550 уровень. Я молча это сделаю, просто вот как бы Санек вернулся. Казалось бы, ждешь чуда... А падает старая рухлядь ебучая, которая уже, ну, достаточно... Ладно, хоть не велик, на самом деле. Я просто боюсь, что сейчас вот после рассказанного вообще, после вот всего этого, вот то, что вот сейчас вот, да, про Макса, я, если бы сейчас велик, блядь, я, наверное, купил бы этот велик сейчас в реальной жизни и швырнул бы, блядь, в экран, потому что это уже не смешно. Друзья, доходим до 2000 уровня и надеемся на чудо, потому что по-другому никак, и нас ждет, естественно, в 2000 уровне еще этот самый золотой, рарный контейнер, в котором только редкие тачки, и если даже это, сука, не яхта и не майбах, то хотя бы, блять, что-то другое того, чего у меня нет.
И, конечно, друзья, я, конечно, забыл и прошу прощения, я уже тут так уж как-то ворвался. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Погнали добивать 2000-й уровень. Ребят, шутки шутками, но я уже сейчас вопрос, я не знаю, может быть, это у меня мозг лагает, а не компьютер. Ну, по-моему, реально. То есть, чтобы вы понимали, у меня, к сожалению, нет термометра в комнате, но сейчас в Питере было сегодня плюс 35, без шуток. Ну, типа, ну, как бы, многие сейчас подумают, что в этом такого, потому что у кого-то там плюс 40, может быть, но я не знаю, когда последний раз в Питере было плюс 35 вообще. Так вот, помимо этого, у меня не работает кондиционер в комнате, у меня открыто два окна, которые нихуя не помогают. У меня сейчас солнце где-то, блядь, как раз-таки хуячит по всем окнам. Такое ощущение, что солнце, блядь, продублировалось немножечко. И сейчас и комп как бы молотит, да, как бы, как будто обогреватель. Я не знаю, блядь, как сейчас здесь вообще... Я прошу прощения за эти провисания, но это реально от жары, скорее всего, потому что, ну, это какой-то бред. Я, ну, вообще пизда, реально подвисает же. Я не знаю, почему меня сейчас больше волнует то, что подвисает, а не то, что, блядь, мне второй раз подряд упал какой-то мусор ёбаный. Блядь, я не знаю, у меня просто сейчас я сейчас опять, блядь, сука. Макс скипнул, блядь, единорога, блядь. Ну как, блядь, это можно было сделать? Причем он же дохуя тоже, он же намного больше, чем я наоткрывал. Он намного больше, чем я наоткрывал. Намного, блядь, типа не на, блядь, 50 уровней, не на 100, не на 500, не на 1000 даже. Он намного больше наоткрывал. И он прекрасно понимает, что эта хуйня редко падает, ну, мягко говоря. И ему, блядь, с какой-то попытки повезло, так докуплю, наверное, уровни, потому что они скоро закончатся. И он просто, блядь, ее скипнул. Просто скипнул единорога, блядь. Реально, блядь. Скипнул единорога. Я ему реально предъяву, блядь, кину. Ну, типа, потому что это пиздец. Я хотел, может быть, какой-то комментарий оставить под этим видосом, всяко увидит наверняка тоже. И как бы, ну, Макс, алло. Ну, как бы... Как там дела вообще? Ну, ты держи себя в руках хоть немножечко-то. Немножечко-то держи в руках себя. Ой, Макс, блядь. Пиздец, блядь. Он что там за своим виженом, хуиженом, блядь. Я как раз таки, вот я спокоен. Вот реально, я больше яхту даже хочу. Мне интересно, потому что, ну, она стоит тоже до пизды, она хоть и продается. На вижене-то я хоть и прокатился. Блядь, ну хотя бы эти затычки в жопу, блядь, хоть цветные. Можно уже, блядь. Ну я просто уже не знаю, типа, ну почему нет-то? Почему даже они не могут выпасть? Не, на самом деле не то, что я хочу больше яхту. Конечно, я хочу Vision 6, но я почему-то вот прям уже, блядь, не то, что не верю, но я как бы, ну, не знаю, блядь, как, что должно произойти, чтобы он выпал. Хотя, конечно, меня подбодрил этот момент, что я сейчас встретил просто вот на соседней улице от своего дома уже Vision 6, то есть он как бы... Не думаю, что там чувак даже до 1000 уровня может доходил, хотя всякое может быть, ну, наверное, может и у него там, не знаю, 10-тысячный уровень. Тут, блядь, непонятно. Но меня это подбодрило. Немножечко подбодрило, и я как бы рассчитываю. И как бы сегодня 2000-й-то уровень должен дать редкую тачку в любом случае. Но мне почему-то кажется, что это будет яхта. Мне почему-то кажется, что если что-то из этих двух выпадет, это будет яхта. Вот я не знаю, я почему-то придерживаюсь такого мнения уже очень давно. Но я верю также в единорога, потому что мне пиздец интересно, блядь. Ну, типа, тем более после вот этой ситуации с Максоном. Посмотрим. Ну, тут как бы да. Ну, тут как бы да, и как бы вот, но вот как бы, вот, ну, как бы... А, мне же еще электрокар выпал, блядь, на туре, я ж забыл. Сука, я просто сейчас потерял темп этой хуйни крутящейся, и я в какой-то момент думал, что она сейчас уже реально остановится. Блядь, вот такие моменты, сука, пиздец бесят меня. Вот прям пиздец меня бесит реально. У меня остался маленький хот-рот, ёбаный в рот, и этот, пламегаситель, блядь, ну вот эта тачка с пламенем. То есть вот это две машины, которые я, ну, одну из которых я сегодня прям пиздец рассчитываю выловить, потому что остальное это все вроде у меня есть. Плюс... Блядь, прошу прощения. Плюс единорог, и плюс майбах или яхта. Как бы тут вариантов много нет. Ну ничего, двигаемся дальше, 2000-й дойдем, там еще достаточно обычных контейнеров с тачками, и... Самый последний будет интересно. Не, ну он реально взял и пропустил единорога. Просто взял, его пропустил, как ничего. А, друзья, я прошу прощения, отвлекся. 1700 уровень и, собственно говоря, только не велосипед, блядь. Только... Я понимаю, лето, жарко, но...
ну конечно, блядь, да, нет, ты можешь не останавливаться, ты там на зарядку на свою, блядь, едь, или там, я не знаю, там, что за мотор, мне похую вообще, потому что будущее это, нет, я не хочу, нет, ну что, пускай, пусть, на зарядку, блядь, там, я не знаю, еще там, блядь, от воздуха заряжается, блядь, или от чего он там, блядь, какое у него там топливо, блядь, Липтон, блядь, заливать в него надо, я не ебу в душе. Почему нельзя вот так же три, блядь, подряд единорога? Ну в чем проблема, блядь? Ну 1700 какой там уже уровень? Ну почему? Почему, блядь? Я уже, блядь, переохладился в водичке, блядь. Если честно, я немножечко забыл традицию мониторить, сколько бабосиков-то вот из этих вот, ну, вот это вот, ну, вот то, что 1748 вот этот вот уровень, я не обращал внимания, но вот это сейчас 358 баксов дало, это как бы полный пиздец. Кстати, по-моему, вообще полный антирекорд, ну ладно. А чё без яхты, блядь, а чё без... Ну, конечно, блядь, байсикл ёбаный, блядь, с фонариком. Нахуя он мне нужен, я не понимаю. Самый ублюдский, кстати. Я не знаю, вот как они классифицируются, эти байки, типа, ну, мотоциклы, блядь, велосипеды. Как чё там отличается, блядь? У меня есть велосипед Аист, блядь. Вот кто помнит, напишите в комментариях, там, не знаю, напишите, хэштег Аист помню. Ну, просто, типа, Аист, вот для меня, я знаю, велик Аист, блядь, бирюзового цвета, охуенный, блядь. А сейчас, я не знаю, продаются они или нет вообще, есть такие, наверное, нет. Вот, ну потом, конечно, было время, там, скорости появились всякие. Сейчас же это, да, модно, типа, чем больше скоростей, или это уже прошло. Я не ебу, блядь, короче, я помню, что у меня был там 21 скорость. Ебать, был велик, нахуй, самый крутой на районе. Ну, это, правда, не точно, потому что... Ну, там, BMX, это все, это понятно. Я просто уже отчаялся, друзья, немножечко. Ну, это не смешно. Мне кажется, ли после вот этой вот надписи посередине сейчас снизу я могу просто выйти? Ну, если кто не увидел, там плюс 95 баксов. 95. Не 1000, не 9500. 95 баксов. 95, блядь, баксов! Я еще забыл кое-какой новостью поделиться. Я, ну вот, там, не приду... Я не помню, когда серия выходила, где я тоже, как бы, лето 21, уху, блядь, там, ну, яхта, майбах, вот это все. Я ж там тоже тайм-кодик обнаружил один очень интересный. Там уже я проебался. Ну, тут, на самом деле, не так, как фреш. Ладно, тут, как бы, меня можно немножечко понять, хотя, на самом деле, нельзя, потому что я дурак. Я, в общем... скипнул эти тапочки Гуччи. Я ж просто, блядь, в душе не ебу, что вот как бы для меня Гуччи, конечно, что-то значит, понятное дело, но я что-то настолько не обратил внимания. Короче, там мне выпали тапки дорогие, которые можно, я так понимаю, было продать типа за там что-то пол ляма или лям даже. Пол ляма, блядь, или лям! На секундочку, блядь! На секундочку! Ну, я как бы, нет, я, ну, типа, естественно, я там, понятное дело, что не специально, но я немножечко не обратил на это внимания, потому что что-то шмотки и шмотки, блядь, они там плюс-минус однотипные. Ну, просто это, ну, как бы, ну... В общем, я, так сказать, тоже немножечко, ну, чуть-чуть совсем обосрался, но, по крайней мере, это не единорог, блядь. По крайней мере, меня это радует, но я не знаю, я бы... А-а-а! Стоп, у меня же каблука мобиля тоже нет. До сих пор. Да? Я же правильно помню? По-моему, у меня его тоже нет еще. Ну тогда еще есть к чему стремиться. Не, ладно. Я как бы еще, ну, плюс-минус могу. Ну, как бы не могу на самом деле понять, конечно, почему такая херня происходит, но меня радует одно, что там 2000 уровень, там точно что-то редкое будет. Если это будет, сука, банана-мобиль, который мне падал реально уже много раз, это будет пиздец. Так же, в принципе, как и на самом деле те тачки, которые у меня уже есть, но я буду верить в лучшее. Ну что, вдоволь напившись колы, я перехожу, я отвернусь, пизду, блядь, я реально уже, я не хочу на это смотреть, на эти велосипеды. Там сейчас будет, да, моментик, ну вы напишите на всякий случай тайм-кодик, если там между двух майбахов, там вот это, ну там... Я думаю, что это велик. А, там видно же что-то. Ну, кстати, там, между прочим, вот этот тот самый хот-род, который я жду в коллекцию. Блядь, что-то на ведра меня проперло, да, как-то сегодня? Не знаю, ну, как бы, обычно вроде поспокойнее с этим все, всем, там, велосипед. Ну, одна и та же дичь, по сути, но... Ебучий единорог, блядь. Я уже даже не знаю, на самом деле, с одной стороны, теперь я уже хочу светящиеся эти штуки, потому что Максу они выпали. В смысле, не они, а этот единорог-то ему выпал. Но... А где эти тапки Гуччи, кстати? А, вот они, да? Вот они. А это единственное, что, в принципе, дорогое, я так понимаю. Я понял теперь, где это искать. Да. Ну, такое, блядь. Ладно, еще получается на 1900-м, на 1950-м и 2000. То есть еще 3, правильно посчитал? Из них
один, как раз-таки тот самый, который больше всего мы ждем. Я не знаю почему, и сейчас про что эта надпись вообще, я просто кручу вот эту сейчас как бы эту штуку, и там написано, у вас нет столько поинтов. А каких, блядь, поинтов? Я вообще ничего не нажимал. Ну ладно, может быть это какой-то, блядь, знак, что 1900 уровень принесет мне? Блядь, сука, ну зачем так делать? Ну зачем? Ну зачем мне этот байсикл ебучий? Зачем ставить перед этим майбах с яхты? Я не понимаю. Ну, блядь, ну серьезно? Ну зачем? Друзья, ладно, остается один обычный и один тот самый. Ну, конечно, блядь, конечно, затычки мне нахуй не нужны, правильно, блядь? Зачем? Пусть у меня, блядь, жопа обычная будет без затычек. Нахуя? Правильно. Ладно, все, ждем, ща, вот ебанет, вот чувствую ебанет. Не знаю почему, там вот уже стемнело, уже холодно моему персонажу, но ебанет, я чувствую. Итак, друзья, по традиции, я хочу, чтобы сейчас вот это вот полностью, то есть вот сейчас вот прям вот полностью, вот прям вот прям полностью, вот то есть сейчас вот будет 1950-й, я отворачиваться не собираюсь, я так немножечко помечтал, замолчал. И хуй... Ну, спасибо. Спасибо, конечно, за редкую машину, но вот жалко, что на самом деле за нее хотя бы могли бы 10 тысяч очков плюсом дать. То есть, получается, и ведро 5 тысяч очков стоит, и эта херня 5 тысяч очков стоит. Такое у меня уже есть, приятно, конечно, ее из... Хотя, блядь, что-то я так, знаете, тоже рассуждаю. Приятно ее из обычного вытащить. Схуя ли дров-то, блядь, если эти золотые только каждые... Каждые 500 выпадают. Вот, поэтому как бы нормально все могло бы быть, но, блядь, не как обычно, блядь, короче. Все, все стандартно, блядь, все стандартно. Тапки Гуччи не желают там, блядь? Ты, сука, это же... То есть я проебал редкий момент, меня даже больше это волнует. Конечно, в том числе обидно, что я мог еще и, там, 1000... Ой, фу, блядь, 1000. 500 тысяч за 500, там, тире... Блядь, фу, нахуй! Короче, за полляма их продать мог? Сука, вот почему-то мне во второй раз показалось, что сейчас остановится, я не знаю почему. Это как бы отдельная беда, мне больше сам момент напрягает, что я проебал редкий момент. То есть я даже не обратил на него внимания, и может быть он происходил еще и до этого, потому что я же на запись обычно вот эти с одеждами не показываю, и как бы такой думаю, ну типа там все плюс-минус одинаково. Не, блядь, нихуя. Скорее всего, я удивлюсь, если, точнее не удивлюсь, если мне падали еще эти тапки до этого, я их тоже скипал, вот это будет прикол, блядь. Нет, тут я уже вижу, что она пролетает, моя любимая пицца, блин, прикиньте, столько пиццы реально, запас, на всю жизнь, правда, она стухла бы уже, ну ладно. Так, бабосы, сейчас чувствую 500 баксов. 116 баксов. Ну, сейчас было разочек 4000 с чем-то, то есть, типа, более-менее еще норм. Друзья, я не знаю, вот, ну, как бы, поддержите лайком, если вы хотите продолжить, просто у меня такое уже складывается впечатление, что это какой-то пиздец. Ну, вот реально. Я, конечно, не подстрекатель, не намекатель. Меня, конечно, немножечко обрадовало, опять же, что я встретил Vision, что он может упасть. Меня обрадовало, что Максу выпал единорог. Но, блядь, как бы я хуй знает. Вот реально хуй знает. Вот прям реально. 8 тысяч, неплохо, это хорошо. Это, наверное, за сегодня, по-моему, рекорд. Потому что 8 тысяч, это приятно. Вот мне нравится этот контраст, блядь. 90 баксов и 8 тысяч, как бы. Нихуя себе такая, как бы, да? Ну, то есть, разница-то чувствуется. Ой, блядь, я надеюсь, что, кстати, эти фризы будут незаметны на записи, я не знаю, реально, комп просто охуевает, реально. Я-то тут вообще, чтобы вы понимали, у меня вот тут уже закончился Липтон, водичка, потому что у меня сейчас горлышко пересыхает. Блядь, я первый раз в комнате добился того, что у меня вода горячая, она не теплая, она, блядь, закипела, мне кажется, там уже можно макароны варить, реально, я хуй знаю. Друзья, мы добрались. Мы добрались, наша цель, 2000 уровень, и вот он. Вот этот самый контейнер. Я промолчу, что это мечта. Это есть, это есть, это есть. Этого нет, и этого тоже нет. Поехали. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пусть это, ну... Да. Да, 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 блядь, да! Мини-пиздюлька теперь у меня. Новая тачка. Меня это действительно радует. Я понимаю, что Макс уже собрал, блядь, по 10 коллекций этих машин, как бы. Но для меня это как бы... Я сейчас чуть не нажал отказаться по привычке. Для меня это реально
Для меня это реально, это реально для меня. Это для меня реально как бы уже не шухры-мухры, блядь. Это реально тачка. Я, правда, конечно... Ебать, стол горячий, ёбнуться не стать. Поселите меня в кинотеатре жить. Ебать, он просто реально, можно грильницу хуячить. Пиздец. Да, денёк, конечно, сегодня... Не, я доволен. Вот честно скажу, я доволен, потому что, ну, типа, это мини-пиздюлька огненная, которую мы протестируем в ближайшее время. Тут на яхте поплыл. Ну, правда, не на той самой, на катере, точнее. Друзья, я не знаю, я, конечно, верю. Я, конечно, хочу пробовать, но напишите в комментариях, как бы, стоит ли, или, может быть, в следующий раз действительно это как-то, совместить с обычной рулеткой. Ну, блядь, напрягает, блядь, что у Макса Форж идти так-то. Я нихуя не выловил, блядь. Макс приходил ко мне, потратил 60 тысяч. Я еще там пробовал что-то. Максимум тачка за 7 тысяч. У него Урус, у него Макларен, у него Форд GT. В общей стоимости это все больше Сатена. Больше Сатена. Намного больше Сатена. Ладно, посмотрим. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.